В Рязани задержан подозреваемый в убийстве 29-летней девушки. Им оказался 27-летний житель областного центра. Со своей жертвой он не был знаком до момента совершения преступления. Она жила в Екатеринбурге, в Рязани бывала наездами. Напомню, утром 5 июня на козырьке пристройки в доме номер 30 по улице Мервинской было обнаружено тело девушки с колотыми резанными ранами. По данным следствия, подозреваемый приехал к знакомой, у которой днем ранее остановилась погибшая. Он в ходе внезапно возникшей личной неприязни к ранее незнакомой ему девушке, которая не впустила его в квартиру, стал ее избивать. Спасаясь от нападавшего, девушка выбежала на балкон, откуда через оконный проем попыталась покинуть квартиру, расположенную на третьем этаже дома. Подозреваемый в это время стал наносить ей удары ножом. Упав на козырек пристройки, девушка скончалась от полученных ножевых ранений.